планах ведения войны против СССР германское командование придавало особое значение захвату Ленинграда, так как он имел большое стратегическое, военное и политическое значение. В соответствии с планом «Барбаросса» взятие северной столицы планировалось осуществить группой армии «Север», которая, наступая из Восточной Пруссии, во взаимодействии с группой армии «Центр» и финскими войсками должна была уничтожить советские войска в Прибалтике, а затем выйти на территорию Ленинградской области. Главные военные события Второй мировой для группы армии «Север» развернулись здесь, под Ленинградом. Первыми бой на ленинградской земле приняли моряки Балтийского флота на полуострове Гангут и три погранотряда НКВД – Выборгского, Энцовского и Сартовальского. Основным силам советских войск противостояли две армии – Карельская и Юго-Восточная, общая численность которых составляла 476 тысяч человек личного состава, 3 тысячи орудий и минометов, 506 самолетов. В ночь на 1 июля части 4-го армейского корпуса финнов нанесли удар в стык 7-й и 23-й армии Северного фронта, имея общим направлением северное побережье Ладожского озера. Но в районе Ланденпохья враг встретил упорное сопротивление советских пограничных подразделений, а затем фланговых частей 168-й стрелковой дивизии 7-й армии и правофланговой 142-й краснознаменной стрелковой дивизии 23-й армии. До конца июня попытки врага на этом направлении прорваться не увенчались успехом. В то же время 7-я армия отступала под ударами превосходящих сил противника вглубь Карелии. На подкрепление эта линия фронта не могла рассчитывать. Наоборот, с Карельского перешейка снимали части и бросали их на юг. Закончилось это тем, что на этом участке финские войска имели трехкратное превосходство в живой силе и технике. 100-тысячная группировка Юго-Восточной армии маршала Маннергейма имела в своем активе два армейских корпуса, 7 пехотных дивизий, 1 кавалерийскую и 2 пехотные бригады. 10 июля карельская армия финнов в составе 7 пехотных, 2 пехотных и 1 кавалерийской бригад обрушила главный удар севернее озера Янис-Ярви в стык 71-й и 168-й стрелковой дивизии 7-й армии, направив вектор своего наступления на Оланец и Ладейное поле. Войска генерала Гореленко, растянутые на широком фронте, отразить удар не сумели и начали отходить на восток и юго-восток. Через образовавшуюся брешь противник выдвинулся к станции Лоймала и перерезал единственную железную дорогу в полосе 7-й армии и вышел к берегам Ладоги. После нескольких неудачных контратак с превосходящими силами и понеся большие потери, оперативная группа Петрозаводского направления вынуждена была перейти к обороне. 31 июля 2-й армейский корпус финнов начал наступление на северо-западном направлении Ладожского озера, чтобы форсировать реку Воксу и выйти в тыл Выборгской группировки Северного фронта. Через незанятые 142-й и 115-й стрелковыми дивизиями промежутки противник просочился в тыл и прорвали оборону 23-й армии. 29 августа враг захватил Выборг и Кивенаппу. Часть советских войск, находившихся в районе Сартовала и Хитала, оказались прижатыми к Ладожскому озеру. Армия генерал-лейтенанта Пшенникова спешно отходила за карельский укрепрайон. Отход 23-й армии
превратился в беспорядочное бегство, во время которого части и соединения потеряли почти все оружие, боевую технику и понесли значительные потери в личном составе. Вскоре передовые части финнов подошли к старой государственной границе в районе Сестрорецка и остановили вектор своего наступления на Карельском перешейке, отказавшись участвовать в штурме Ленинграда. Фронт на этом участке стабилизировался до лета 44 года. Советские части, сражавшиеся в полуокружении на северном побережье Ладоги, были эвакуированы в полном составе кораблями Ладожской флотилии. 5 сентября финны перешли в наступление на Онежско-Ладожском направлении, захватив город Оланец и вышли к реке Свирь. А 8 сентября 2-я пехотная дивизия финнов перерезала шоссе Оланец-Петрозаводск, нарушив сообщение 3-й и 272-й стрелковых дивизий Петрозаводской оперативной группы. Через 10 дней войска 7-го армейского корпуса финнов в количестве 7 пехотных дивизий и группы «Л» вышли к столице Карелии. 30 сентября оборонявшие город 37-я и 272-я дивизии оставили Петрозаводск. Дальнейшее продвижение противника севернее Онежского озера к городу Медвежьегорск завершилось в декабре. К началу октября фронт на Онежско-Ладожском участке стабилизировался. Финское командование приняло решение дождаться прорыва 1-го и 38-го армейских корпусов на Свирском направлении. Развивать дальнейшее наступление восточнее Ладоги финны не могли из-за отсутствия дополнительных резервных сил и не хотели, ссылаясь на политическое заявление, что ведут исключительно освободительную войну с Советским Союзом в пределах старой государственной границы. Построив мощную заградительную оборону на этом рубеже, для маршала Маннергейма война под Ленинградом закончилась. На южных подступах 4-я танковая группа противника, заняв Псков, двинулась в направлении Луги, стремясь расширить плацдарм наступления на правом берегу реки Луга двумя моторизированными корпусами 41-м и 56-м. Командующему группой армии «Север» Риттер фон Лейбу предстояло приступом взять глубоко эшелонированную советскую оборону от Финского залива до озера Ильмень длиною 300 километров и глубиною 10-15 со сплошными заграждениями, минными полями, дотами и противотанковыми рвами, на строительство которого Ленинград прислал более полумиллиона мирных жителей. 10 июля две танковые, моторизированная и пехотная дивизии 41-го моторизированного корпуса 4-й танковой группы немецких войск при поддержке авиации нанесли удар севернее Пскова по частям 118-й стрелковой дивизии, вынудив ее отойти в направлении Гдова. Через день немцы достигли реки Плюсы и маршем направились в Нарву и Кингисепп. Разделение Лужской оперативной группы на три самостоятельных участка – Кингисеппскую, Лужскую и Восточную – выявило дефекты в организации обороны и разобщенности в боевых действиях командования. 300-километровая глубоко эшелонированная линия обороны по северному берегу реки Луга на деле оказалась слабо оборудована окопами, блиндажами и ходами сообщения. Мало использовались проволочные минные заграждения. Противотанковые рвы частенько оставались неприкрыты войсками, и немецкие танки легко их преодолевали. Слабые фортификационные сооружения и отсутствие взаимодействия между родами войск сделали главную линию обороны Ленинграда легко проходимой. Только самоотверженность русских солдат, готовых в любой ситуации идти в атаку, заставила противника задержаться. 13 июля 1-я и 6-я танковые дивизии Рейнгарда встретили организованное сопротивление Лужской оперативной группы. Особенно отличились части 177-й стрелковой и 24-й танковой дивизии,
которые, сочетая оборонительную тактику с наступательными действиями, задержали немцев в районе Луги на месяц. Неся огромные потери, не имея единого плана наступления, не беря в расчет рельеф местности, советское командование пыталось контратаковать всеми возможными силами. Плохо спланированные операции зачастую не имели стратегически масштабного характера, а являлись результатом тактически случайных обстоятельств. 14 июля, чтобы не допустить прорыва 56-го моторизированного корпуса к Новгороду, силами двух дивизий, 237-й стрелковой и 21-й танковой севера, был предпринят контрудар из района Городища на Ситню, 70-й из Уторгашина Сальцы, а с юга 183-й стрелковой. Противник был отброшен на 40 километров и чудом избежал котла. Накопив силы после стремительного контрудара советских войск, немецкое командование решило перенести главный удар на Кингисеппское направление. По данным вражеской авиаразведки, этот участок обороны был самым уязвимым. Плотность войск была минимальной, а кадровые соединения, оборонявшие этот рубеж, не имели боевого опыта. Оставив заслон в районе Луги, генерал Рейнгард повернул три свои дивизии на Ивановское направление, в район Большого Сапска, где были большие бреши в обороне. 8 августа курсанты пехотного училища, оборонявшие этот участок, отбили атаки 1-й танковой дивизии противника. А вот Ивановский плацдарм остался неприкрытым. 6-я танковая дивизия без проблем переправилась через реку Луга. И только на следующий день вступила в бой с только что прибывшей дивизией народного ополчения. Вот так 41-й моторизированный корпус прорвал Лужский рубеж. Открытый левый фланг создал угрозу окружения всей Лужской оперативной группы. 16 августа советские части оставили Кингисепп. Вскоре 36-я моторизированная и 1-я пехотная дивизии вышли к шоссе Нарва-Ленинград. Через три дня немцы пошли к Красногвардейскому укрепрайону. Центральный участок держался еще неделю. Получив приказ отступить, советские войска 24 августа оставили Лугу. Правое крыло немецкого наступления под командованием Манштейна наголову разбило 34-ю армию генерала Качанова и овладели Новгородом и Чудово. 25 августа противник захватил Любань, а 28-го – Тосно и Саблино. Тридцать первого августа моторизированные части противника захватили Мгу, где сходились две последние дороги, связывавшие Ленинград со страной, и, выйдя к Неве, продвигались вдоль восточного берега реки к Шлиссельбургу. Их здесь не ждали, ни оборонительных сооружений, ни регулярных войск в этом секторе не было. Путь немцам преградила следовавшая в район Мги 1-я дивизия НКВД, усиленная двумя танковыми ротами, и горно-стрелковая бригада. Обе они имели задачу решительно контратаковать противника, перейти в наступление и в дальнейшем освободить железнодорожные артерии в районе Мги. 6 сентября 20-я моторизированная дивизия противника, продвигаясь к южному берегу Ладожского озера, встретила ожесточенное сопротивление с 1-й стрелковой дивизии войск НКВД полковника Донского и отдельной горно-стрелковой бригадой в районе Мги. Огромный перевес сил заставил дивизию отойти на правый берег Невы и занять оборону на рубеже Невская Дубровка-Кошкина, а бригаду – в район южнее Синявина. Дорога вдоль левого берега Невы к Ладожскому озеру оказалась неприкрытой. Это позволило 20-й моторизированной дивизии противника устремиться к Шлиссельбургу и взять его 8 сентября. Для многих советских военачальников падение Шлиссельбурга стало полной неожиданностью. Факт, что город захвачен, тщательно скрывался от общественности. Только спустя 4 месяца народ узнал, что Ленинград в блокадном кольце.
Но и немцы не смогли развить свой успех дальше, форсировать Неву и соединиться с финскими войсками на Карельском перешейке. Части 1-й дивизии НКВД и только что прибывшей 10-й стрелковой вместе с 4-й отдельной бригадой морской пехоты сдержали натиск врага на правом берегу Невы. Лишь маленький остров, на котором возвышалась Шлиссельбургская крепость, находился в руках советского гарнизона и стал камнем преткновения для немецкого командования. Крепость своим огнем могла контролировать центральную часть города и побережье Невы и Ладожского озера в этом районе, таким образом не давая врагу окончательно замкнуть кольцо блокады вокруг Ленинграда. Гарнизон крепости в 300 человек продержался 498 дней до полного снятия блокады. В ночь на 21 сентября по приказу нового командующего Ленинградским фронтом Жукова на левый берег Невы переправился 576-й батальон 115-й стрелковой дивизии и батарея 76-миллиметровых орудий, приняв встречный бой в районе Московской Дубровки и Арбузова. Так началась одна из самых кровавых битв Второй мировой – битва за Невский пятачок, участок земли размером километр на полтора. Невский пятачок. Раньше здесь находилась деревня Московская Дубровка. Сейчас ее нету. Первые бои в районе Московской Дубровки начались в начальных числах сентября 1941 года, когда 1-я дивизия НКВД, попытавшись отбить станцию МГА, отступала к Шлиссельбургу. Потом была высадка 19 сентября 1941 года. И именно с этого дня и получил название вот этот маленький клочок земли – Невский пятачок. Сменяемость частей на Невском пятачке была очень огромная. Сюда приходили дивизии, уходили батальоны, и то только раненых. 28 сентября советскими войсками при поддержке гарнизона Шлиссельбургской крепости была предпринята всего одна попытка наступления с целью отобрать город Шлиссельбург. Но она не увенчалась успехом. Эти активные действия не позволили немецкому руководству снять с этого участка фронта войска для переброски их в район Московской Дубровки. После этого обстрелы крепости из всех видов орудий и минометов стали систематическими. В дело включилась и авиация. На крепость ежедневно обрушивалось сотни снарядов и бомб. Героическая защита Шлиссельбургской крепости стала славной вехой в истории блокадного Ленинграда и славной страницей несгибаемой воли ленинградского народа. Девятого сентября после мощной артиллерийской и авиационной подготовки группой армии «Север» начался прямой штурм Ленинграда. Главный удар с юга по центру советских войск наносил корпус «Рейнгарда» силами двух танковых, моторизированных дивизиями. Из Луги на Красногвардейск наступали полицейская дивизия СС и 269-я пехотная. На левом фланге от Ропши до Кернова разворачивались три пехотные дивизии 18-й армии. Южнее Колпино тоже три дивизии, только 16-й армии. Таким образом, в наступлении на Ленинград приняли участие 11 немецких дивизий. 9 сентября две танковые, пять пехотных и одна моторизированная дивизия противника, разгромив ополченцев в районе Русско-Высоцкого, двинулись на Красное Село. Первая дивизия народного ополчения с боями отходила через Тайцы на Новые Сузи, Синду, Александровская. Первая бригада морской пехоты пыталась контратаковать немцев в районе Михайловки и откинули немцев на 3 километра. Также вторая дивизия народного ополчения выбила немцев из Зрекина и Перелесья, но удержать плацдармы не смогли. Немцы вошли в Красное Село и стали продвигаться вдоль шоссе на Урицк. С
42-я армия генерала Федюнинского с переменным успехом вела бои за Урицк и Володарский, по несколько раз переходивших из рук в руки. В эти же дни Гитлер объявляет Ленинград второстепенным театром военных действий. Главной целью немецкого наступления стала Москва. 13 сентября противник вышел к Пулковским высотам. Захватив поселок Володарский и Урицк, 18-я армия группы «Север» отрезала 8-ю армию от остальных сил Ленинградского фронта. Образовался так называемый Ораниенбаумский плацдарм. В тот же день пал и Красногвардейск. Именно здесь, на этом рубеже в августе 41-го года, батальон курсантов Нового Петерговского политического училища имени Ворошилова под командованием капитана Золотарева сдерживал натиск врага под Ленинградом. Именно здесь, на этом рубеже, в течение нескольких дней курсанты-пограничники не давали немцам подойти к Гатчине. И, наверное, благодаря им Гатчина продержалась до 13 сентября 1941 года. Через неделю 1-я пехотная дивизия вышла к Финскому заливу у Стрельны, овладев частью Петергофа, а 58-я дивизия заняла Урицк. 17 сентября Пушкин стал последним существенным успехом немцев под Ленинградом. В начале сентября Балтийский краснознаменный флот, запертый в Таллинской бухте, предпринял безудержно смелую попытку вырваться из окружения и прорваться в Ленинград. Корабли прошли минные заграждения в Финском заливе, сражаясь с вражескими кораблями под огнем авиации. Враг потопил четверть нашего флота. 53 корабля и транспортных судна из 200 вышедших из эстонской столицы. Погиб каждый второй участник перехода, более 10 тысяч человек. И все-таки балтийцы пробились в Кронштадт. Морякам пришлось сражаться на суше, а кораблям Балтики, стоящим в бухте, пришлось вести войну с асами Люфтваффе. Затонули линкор «Марат» и крейсер «Петропавловск», 13 эсминцев, 20 подводных лодок, 4 сторожевых корабля и 26 тральщиков. В середине осени первые две задачи командование группы армии «Север» не выполнило. Это уничтожить Приморский плацдарм, сузить кольцо блокадного города, форсировав Неву. Оставалось только одно – соединиться с финнами на реке Свирь и замкнуть второе кольцо блокады. Но время было упущено. Приближалась зима. Занятая наступательными операциями в районе Синявина, советское командование проглядело большое скопление вражеских сил на Волховском и Тихвинском направлениях. В итоге враг нанес удар по растянутым по всему фронту войскам совсем неожиданно. 16 октября 39-й моторизированный корпус 16-й армии противника и 1-й армейский корпус 18-й армии нанесли главный удар в стык 4-й и 52-й армии в направлении Грузино, Будогощ, Тихвин. Имея полуторное превосходство в танках и артиллерии, немецкие войска прорвали оборону 288-й и 267-й дивизий в районе Грузино, Волхов-Мост и начали наступление на Малую Вишеру. 24 октября советские войска оставили Будогощ. Местность, на которой разыгрывалось сражение, немецкие топографы охарактеризовали так: непроходимые леса, топи, отсутствие дорог, сплошные болота, труднопроходимые буреломы. Все эти обстоятельства придавали преимущество обороняющей стороне. Наступающую армию это ограничивало в маневре, делая абсолютно предсказуемой и уязвимой.
Но 16 стрелковых дивизий, одна танковая и одна стрелковая бригады вместе с 8 корпусными артиллерийскими полками не смогли организовать оборону. Растянутые на 130 километров войска 4-й и 52-й армии не сумели сдержать удар германского кулака. 1 ноября 1-й армейский корпус противника вышел в тыл 54-й армии и усилил натиск на части 4-й отдельной армии, прикрывавших Волхов, которая нанесла внезапный контрудар в общем направлении на Будогощ и Грузино с целью восстановить обороны на рубеже реки Волхов. Но враг отразил удар наших войск в районе Сутомля и возобновил наступление на участке Войбокола-Волхов. Прибывшие из Ленинграда дивизии подкрепления не имели ни артиллерии, ни транспорта и вступили в бой только со стрелковым оружием против артиллерии и танков. В целом войска действовали разрозненно и несогласованно. Немцам удалось перерезать коммуникации армии Федюнинского. Советские потери оценивались в 20 тысяч пленными, 179 захваченных орудий и 100 уничтоженных танков. В спешке переброшенные в 4-ю армию с Ленинградского фронта 4 стрелковые дивизии и одна с северо-западного ожесточенно сражались на рубеже Нижнезаозерье, остров Липная Горка. Две из них, 191-я и 44-я, сдерживали натиск врага неделю на ближайших подступах к Тихвину. 8 ноября враг прорвал их оборону и беспрепятственно вошел в город, перерезав последнюю железную дорогу, соединяющую Ленинград с Большой землей, и направив вектор своего наступления дальше, на север и восток. Разговоры о том, что Тихвин сдан без боя, не соответствуют истине. В одних только оборонительных боях от Будогощи до Тихвина потеряно порядка 50 тысяч человек. Сколько потеряно в наступательной операции, на сегодняшний день ответить сложно. Освобождение Тихвина досталось огромной ценой и огромными потерями. В эти дни Ленинград оказался в полной блокаде. 17 ноября город погружается во тьму. Остановились трамваи, погас свет. Норма выдачи хлеба достигает своей нижней точки. Рабочим 250 граммов, солдатам 500, служащим и детям 125. Единственный поставщик продовольствия авиации – баржи Ладожской флотилии. За первую навигацию удалось доставить в блокадный город 45 тысяч тонн продовольствия. Но зима в первый год войны пришла рано. Уже в середине ноября Ладожское озеро покрывается льдом. В эти дни в Смольном разрабатывается первый проект ледовой трассы и контрудара по вражеской группировке в районе Тихвина до того, как прибудет подкрепление и материальные средства. 12 ноября первый фланговый удар в основании вражеского клина нанесла 52-я армия генерал-лейтенанта Клыкова. Неделю на подступах к Малой Вишере шли ожесточенные бои. 259-я, 267-я и 11-я стрелковые дивизии смогли освободить несколько населенных пунктов и в ночь на 20 ноября овладели Малой Вишерой. Четыре дивизии Клыкова атаковали ночью на 48-километровом фронте хорошо укрепленную немцами Малую Вишеру и сумели взять ее ценой больших потерь. Вступивший в управление 4-й армии Волховского фронта генерал Мерецков собрал по лесам и дорогам части веренной ему армии, сколотил их в организованные отряды, наладил связь и снабжение войск и поставил конкретную задачу. Непрерывно контратакуя, Мерецков сумел остановить имеющимися силами и подошедшими резервами дальнейшее продвижение противника. 15 декабря, отразив удары вражеской группировки на Волховском участке фронта, 54-я армия маршала Кулика
перешла в контрнаступление. Южнее станции Войбокола три дивизии, 311-я, 285-я, 80-я и 6-я бригада морской пехоты вместе со 122-й танковой бригадой прорвали оборону 1-го армейского корпуса противника. Взаимодействуя с частями 4-й армии, очистили железную дорогу Волхов-Тихвин от немцев, форсировали реку Волхов и закрепились на ее левом берегу. А 19 декабря 4-я гвардейская и 92-я стрелковая дивизии освободили Будогощ. Отход немецких частей за Волхов был медленным и очень расчетливым. Удерживая в своих руках тыловые коммуникации и оставляя силовые арьергарды в опорных пунктах, которые долго штурмовали русские солдаты. Немцы методично минировали дороги перед уходом и взрывали мосты. Таким образом, не давая советским войскам ни малейшей попытки окружения или прорыва в тыл. Деревня Острача. Это самая восточная точка на карте Ленинградской области, докуда дошли немцы в 41 году. Меньше 100 километров оставалось немецким войскам до соединения с армией Маннергейма. Именно с этих мест в декабре 41 года началась Тихвинская наступательная операция советских войск. 19 ноября соединения 4-й отдельной армии развернули наступление тремя оперативными группами. Первая нанесла удар на Тихвин с северо-запада, вторая – с востока и юго-востока. Третья начала вести бои на рубеже Клинец-Ситомля, в результате чего части 44-й стрелковой дивизии выбили немцев со станции Острача. Северная группа приблизилась к дороге Тихвин-Волхов. 2 декабря советские войска прорвали оборону на северных подступах к Тихвину и форсировали реку Тихвинку. Через 6 дней части 191-й и 44-й дивизий освободили Тихвин. Город Тихвин. 65 лет назад, в декабре 41 года, о всех сводках стал называться имя этого города. Город Тихвин был первый русский город, освобожденный от немецких фашистских захватчиков. Освобожденный от начала и до конца. И больше ни разу не сданный. Именно здесь, у стен этого монастыря, гремели жестокие бои в декабре 41 года. Бои на ближних подступах к Тихвину отличались особой ожесточенностью. Под Тихвином 18-я моторизированная дивизия потеряла 9 тысяч человек, 12-я танковая потеряла 250 машин, а 61-я пехотная дивизия – около 7 тысяч солдат. Потери наших войск были значительно больше. 4-я армия потеряла 17 тысяч, 52-я – 14, 54-я – 10. Однако освобождение Тихвина позволило возобновить перевозки для осажденного Ленинграда по восстановленной северной железной дороге до станции Войбокола. Доставка грузов на восточный берег Ладожского озера была обеспечена. Тихвинская операция, наряду с разгромом немцев под Москвой и контрударом в районе Ростова, вошла в историю Второй мировой как один из первых значительных успехов Красной армии. Не дав врагу удержать Тихвин, Ставка решила важную стратегическую задачу. На весь период блокады была облегчена связь с Ленинградом. Для обороны родного города ленинградцы отремонтировали и построили 2000 танков, 1500 самолетов, 1000 орудий. В Ленинграде разорвалось почти 150 тысяч снарядов, в среднем 245 в день. 102 520 зажигательных, 4643 фугасных авиабомб. Но врагу все равно не удалось сломить сопротивление его жителей. От победы под Тихвином до победного парада на Красной площади в Москве в июне 45-го оставалось ровно 1294 дня.